Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на телеканале ЗАП-ТВ. В студии Александра Зузуля. В четверг, 29 марта, в городе Чите синоптики обещают нам переменную облачность, погоду без осадков, ветер западный 2 метра в секунду. Температура ночью составит минус 5, минус 7 градусов. Днем плюс 10, плюс 12. Атмосферное давление достигнет отметки 705 миллиметров ртутного столба и в течение суток будет слабо расти. И сейчас о погоде в других районах края. В Агинском облачно, осадков не предвидится. Ночью минус 7, минус 9 градусов, днем плюс 11, плюс 13. В Нерчинске переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью минус 8, минус 10 градусов, днем 11-13 со знаком плюс. В Краснокаменске ясно и без осадков. Ночью от 0 до минус 2, днем плюс 8, плюс 10 градусов. В Забайкальске облачно и без осадков. Ночью минус 6, минус 8, днем плюс 10, плюс 12. И на этом все. Телеканал ЗАП-ТВ желает вам отличной погоды в доме. До встречи в эфире!